Воду использовать нельзя. Мыться она имеет очень достаточно специфический запах, всегда разный. Иногда сероводород, иногда химозный, да, запах. А котельная, она выдает норму, может быть, да, но вся система отопления у нас не отрегулирована, то и при... вход, да, будет маленький, подача, а на выходе уже там вообще будет совершенно маленькая температура, как она может отопить дом. Также мы еще заметили, что на снегу очень большой налет пыли из выхлопной трубы этой котельной, что тоже будем делать запросы, сообщать надзорные органы.